Время особенное, подошло близко. Вам надо успеть, дел много. А вы пока играете в игрушки с материальными ценностями. Опасные игрушки. И многие из вас ломаются. Торопитесь. Торопитесь. Житель Петербурга Магомед Шафиев утверждает, что его троих детей и жену насильно удерживают в сибирской тайге в секте Виссариона. По мнению Магомеда, дети стали заложниками тоталитарной секты по вине его жены Светланы. Но сама Светлана утверждает, что она вынуждена была увести детей на край света, чтобы спасти их от отца тирана. Я с тремя детьми в Петербурге жила. Как все обычные жизни, дети в школу, в садик ходили, ничего особенного, просто часто очень болели. Я уже думала, что надо их куда-то обязательно отвезти, хоть летом воздухом свежим подышать. Ну так случилось, что с мужем мы расстались, с их отцом, и я сюда с детьми приехала. Вот что меня очень сильно удивило. Рано утром, в 7 часов утра, люди все равно встают, идут на круг и радуются друг другу счастливы друг друга видеть, не переживают, что там под дождем, что надо куда-то идти. Они действительно хотят прийти, хотят встретиться, хотят обменяться какими-то новостями. Захотелось быть вместе с этими людьми. Стремление ребенка к сказке, для него это важно. Чем больше человек будет соответствовать законам гармонии, следовать этим законам, тем ярче на практике он начнет воплощать эту сказку. Древо нужное растет, ведь по плодам определяют дерево. Если плод сладкий, дерево хорошее.